Встреча молодого поколения с писателями, поэтами и музыкантами в стенах городской библиотеки стали уже традиционными. Ребята знакомятся с творчеством интересных людей, наших земляков и не только. Не раз в наш город приезжали гости из столицы и других крупных городов. Уже несколько лет в Москве реализуется творческий проект «Большая книга. Встречи в провинции», авторы которого стремятся вернуть интерес читателей к отечественной литературе. И в этом им активно помогают писатели, номинанты и лауреаты Национальной литературной премии «Большая книга». Один из них, Андрей Балдин, приехал в наш город. В Тамбовской области Андрей Балдин впервые приехал в Рассказово, чтобы встретиться с читателями, пообщаться, ответить на вопросы. Человек творческий и разносторонний, писатель сразу привлек внимание слушателей. Андрей Николаевич Балдин родился и вырос в Москве. Окончил архитектурный институт. Еще во время учебы проявлял большой интерес к литературе и истории. Вольное сочинение, как называет свои первые пробы автор, преподавателю не всегда были по душе. За грамотность всегда пятерка была, двойная оценка. Вот 2-5 или кол 5. А за то, что я писал по-своему, это не очень приветствовалось, но ей нравилось. Она читала это всему классу. И они веселились, негодяи. А в институте это приобрело какую-то систему. Мы должны были думать, когда пишем. Причем у нас были такие развлечения. Мы расшифровывали книги, допустим, да, известные большие книги. И как раз тогда случилась странная такая история. Однажды я понял, как устроен роман «Война и мир». Просто я вспомнил его и понял, что он вот построен задом наперед. Ну, я шучу говорю, конечно, так. И у меня в голове это очень ясно нарисовалось. Почему он так составлен? Ну, такой у нас был институт тогда. Мы занимались всем подряд. Такой был факультет. Мы очень много думали и друг другу что-то сообщали. В 2010 году Андрей Балдин стал финалистом Национальной литературной премии «Большая книга». Книжный график, член Союза журналистов Москвы и Союза российских писателей, главный дизайнер газеты «1 сентября», лауреат премии правительства Москвы, премии «Лучшая книга года» журнала «Октябрь». Однако писателем Андрей Николаевич себя не считает. Я специально не записывался в писатели. И сейчас мне немного неловко, когда меня возят и как дрессированного медведя показываю писателям. Я вообще-то все еще архитектор. Я люблю своих друзей, мы все подружились. Но я не литератор. Вот так. Они все романы пишут, повести и рассказы. Вот сюда должен был, как в Рассказово, конечно, должен был приехать тот, кто пишет рассказы. Попов, вот, например, он пишет замечательные рассказы во множестве. Ну, так вот распорядились наши организаторы, что рассказчик не приехал в рассказ. Приехал архитектор. Проект «Большая книга. Встречи в провинциях» реализуется с 2008 года. За это время писатели и публицисты побывали в разных регионах страны. Теперь и в нашем городе. Встреча с Андреем Балдиным прошла и в рамках фестиваля книги «Читаем вместе», который проходит в Тамбовской области восьмой раз.